четверг в Самарской области ожидается пасмурная погода, осадки в виде дождя. Температура воздуха в дневное время плюс 11, плюс 13, ночью 5-7 выше 0. Ветер западный, скорость 5-7 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, дождь, днем плюс 11, ночью плюс 7, западный ветер 7 метров в секунду. В Тольятти тучи, возможен дождь, днем 10 тепла, ночью 6 с плюсом, северо-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно, пройдет небольшой дождь, днем плюс 11, ночью плюс 5, западный ветер 5 метров в секунду, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 80%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.